почему ночник погас? Кто здесь? Проверю под кроватью. Испугалась? Это пранк! Ну, Чет! Сейчас будет весело! Теперь у тебя новая прическа! Нет, ты состриг мне волосы! Это был пранк! Не смешно! Сперва овощи, а после десерт. Гадость. Придется есть. Я закончила. Мама, я съел овощи. Молодец, Чет. Мейделин, а ты почему не ешь? Что? Но мама... Это был пранк. Десерт. Мам, пап, Чет постоянно меня обижает. Чет, разве так можно? Что? Мейделин, твоя младшая сестричка. Но вы постоянно ругаетесь. Нет, я ее очень люблю. Обнимемся, сестренка. Они такие милые. О нет, у тебя на голове. Только без паники. Ты снова за свое? Это был пранк. Что? Какой костюм выбрать для пранка? Маньяк? Слишком банально. Крик? Слишком мала. Моя любимая одежда. Она наводит ужас на сестру. Сестренка в своей комнате. Водяная атака! Чед! Иди сюда! Папа? Не понимаю, это ведь была комната сестры. Как здесь оказался папин кабинет? Чет, это неприемлемо. Ты меня слышишь? Да, пап, прости. А где моя младшая сестра? Вон отсюда. И в мой кабинет больше ни ногой. Мам, ты видела Мейделин, мою младшую сестренку? Кого? Мою сестру. Вот она на нашей общей фотографии. Стоп, куда она исчезла? Ничего не понимаю. Чет, милый, ты здоров? Да, мама, конечно. Я найду следы сестры. Буду действовать как детектив. Попалась. Это всего лишь мамины туфли. Что не так с этим ковром? Я его выпрямлю. Что? И тут неровность. Ах так, здесь нужен другой подход. Ну, конечно, сестра прячется под ковром. Нет, мама, остановись! Получай, и без фокусов. Что? Сестры там не было? Где же она? Я постирала твою одежду. Спасибо. А это что? Платье? Мама, я же говорил, это платье сестры. О, Чет, неужели ты забыл, как сам выбрал это платье для утренника в начальной школе? Не показывай это никому. Как же так? Наконец-то ее кружка. О, да.
папа! Вот доказательство! Это кружка Мейделин! Прости, сынок, я случайно! Я склею осколки! Готово? Что? Мейбл? Но это имя мамы! Кто разбил мою чашку? Пропала сестра. Это Мейделин. Стой! Остановите машину. Сестренка, я здесь. Стойте! В чем дело? В машине моя сестра. Я еду одна. Я видел. Никого. Простите, я ошибся. Моя рогатка. Эй, ты чего? Упс, я случайно. Подумай о своем поведении. Мама, папа, я нашел Мейделин. Вот, угощайся печенькой. О, нет. Это катастрофа. Чед, нам нужно поговорить. Но Мейделин еще не доела. Заходи, не бойся. Но это психолог. Именно. Здравствуйте, доктор. Привет. Доктор, мне постоянно мерещится младшая сестра Мейделин. И даже сейчас. Да, все ясно. Это пранк! Пранк! Что, сестренка? Я так скучал. Твой пранк был нереально крут. Спасибо! Мейделин, хватит! Тебе не убежать от правосудия? Убежал. Это моя сумка! На помощь! Что? Не может быть! Ты это я? Полиция уже здесь! О нет! Пора смываться! Вы арестованы! Чед, давай играть! Не до этого сейчас! Чед, приседай быстрее! Я хочу поиграть в баскетбол! Я тоже! Фух, эта девчонка меня вымотала! Я ужасно устал. Поскорее бы заснуть. Чед, просыпайся! Я вор! Вор! А мне 9 лет. Она меня совсем не боится. Сколько дней я здесь сижу? Что? Прошло всего 2 минуты. Это катастрофа. Мне здесь не место. А ведь в этот самый момент настоящий преступник, прикинувшись мной, сидит в моей комнате, ест мои чипсы и, что самое ужасное, жирными руками листает дневник с моими секретами и смеется над ними. А утром мама будет его, а не меня, и приносит мой любимый завтрак этому ужасному самозванцу. Идея! У меня ведь есть деньги. Охрана, там кто-то наличные уронил. Отлично, можно незаметно взять ключ. Получилось. Но зачем мне ключ? Уверен, тебе тоже интересно, смогу ли я пройти сквозь решетку. Это было слишком легко. За мной! Ну ладно, для тебя есть занятие. Вырезай из журнала буквы, а я сложу из них послание. Отлично! Мы это сделали! Дай 5!
А теперь в конверт. Чет, давай играть. Давай. Ты согласился? Ты не мой брат. Спасите! Кто-то зовет на помощь. Показалось. Письмо. И что здесь? У меня твоя сестра Мейделин. Принеси выкуп. 1 000 000. Что же делать? Минутку. Я ведь богата. 1 000 000 – это такие мелочи. Стоп. В письме не указан адрес. Я так и думал. Мой двойник явно не блещет умом. Что ж, это сразу было понятно. Придется самому его искать. Возьму с собой только самое необходимое. Робота, цветок, акулу. И время для любимой игры найдется. Я уже опаздываю. А ты кто? Купите печенье. Нет. А это кто? Ну, хоть одну пачку. Нет. Сколько можно? Держи деньги и проваливай. Упс. Стоять. Фух, я ушел от погони. Да я красавчик. Полиция, это он. Преступник. Сюрприз. Привет, привет. Ладно. Добрый день. Здравствуйте. Ты меня обманул, и теперь ты мой заложник. Веселье начинается. Сперва макияж. Нет, только не это. Этот цвет тебе идет. И блесток побольше для красоты. Куда она подевалась? Нет, только не полиция. Я попался. Теперь у меня есть компромат. Выключить сирену. Это ты все подстроила. Хватит, мне это надоело. Я ухожу. Так просто не отделаешься. Нужно сматываться отсюда и поскорее. Вперед, поехали! Привет, вы видели эту девочку? Нет. Селфи! Мейделин, наконец-то. Это не Мейделин. Эй, развяжи меня. О, полиция, вы не видели мою сестру? Нет, а вы не видели этого воришку? Не припомню. Стоять! Куда вы? А как же я? Кажется, оторвался. Вот мы и встретились. Спокойно. И все же, почему мы так похожи? Подожди секунду, я все объясню. Это мой отец. Невероятно. А это моя мама. Похоже, мы с тобой братья. К игре готов. Привет, ребята. Привет, Чет. Мы с мячом на месте. А ты где? Я уже выхожу. Дождитесь меня. До встречи. Мейделин, ты чего? Чет, я хочу с тобой. Ни за что. Ты останешься здесь. Не останусь. Тут. Чет?
Мама? Ау, меня забыли. Мне нужно уйти. И мне. Камень, ножницы, бумага. Ты присматриваешь за сестрой. Нет. А мог бы играть сейчас с друзьями в баскетбол. Это не сестра, а наказание. Поиграй со мной. Я сейчас с ума сойду. Ну кто там еще? Привет. О, купите печенье. Пока. Я хочу печенье. Это мой шанс. Заходи. Назначаю тебя няней. Присмотришь за моей сестрой, поиграешь в куклы. Я скоро вернусь. Куклой не отделаешься. Ладно, я заплачу. Пока. Мы отлично поиграем. Это на сладости, а это на сладости. О, нет! Мейделин, она исчезла! Здесь ее нет! И в шкафу никого. Под кроватью пусто. Алло, не отвечает. Ребята, я уже здесь. Теперь не отставай. Еще раз. Бесполезно. Я дома. Никого нет? Вот и славно. Можно посмотреть телевизор. Мейделин пропала. Я на это не куплюсь. Экстренное сообщение. Разыскивается девочка. Зовут Мейделин. Она и правда пропала. Чего ты ждешь? Ее нужно найти. За дело. Анкета пропавшей сестры. Имя Мейделин. Возраст? Не уверен. 7 лет, конечно. А если она спряталась в пещере? Эй, есть здесь кто-нибудь? Я ищу сестру. Отсюда видно все. Мейделин, это она! Я тебя нашел, сестренка! Ой, что это с тобой? Ты кто? Не может быть, я обознался. Пойдем, сестренка. Простите. Осмотрю все. Сестренка, ты здесь? О, нет, Мейделин. Это просто одежда. Что за шутки? Смотри, что я нашла. Как найти пропавшего человека? Инструкция. Правило первое. Чтобы найти пропавшего, нужно думать, как он. Но что это значит? Я знаю. Очень вкусный чай, согласна. Отменный купаж. Думаешь, поможет? Прости. Прочитаем правило 2. Ищите улики. Исследуем ее комнату. Я знаю, нам нужен ее дневник. Нашла. Поищем подсказки здесь. Отличная идея. Мейделин нарисовала нашу семью. Мама, папа, а где я? Вот же ты, даже стрелочка есть. Теперь я вижу. А это что? Ее секретное место. Она должна быть там.
Отличная мысль! Вперед! Здесь и правда здорово! Смотри, там есть проход в пещеру! Я весь вымок! У тебя был зонтик? Я же скаут! Здесь какая-то кнопка! И что она делает? Ничего, нажми сильнее! Сильнее некуда! Но зачем она здесь? Поищем у бассейна. Мэй, я пить хочу. Я пока расклею объявление. Этот Чет такой смешной. Постоянно теряет сестру. Смотрите, это он. Кто? Чет. Чет. Дети, вам чего? На помощь. Я вернулась! Чет, ты где? Мэйделин! Смотри, площадка! Давай сыграем! Если хочешь! Точно в корзину! Трехочковый! И мы выиграли! Сестренка, где же ты? Чет, давай играть! Мне не хочется! Упс! Бежим! Кто-то звонит! Мэйделин, где ты? Чет, я на Северном полюсе. Здесь ужасно холодно. Спаси меня. Сестренка, мы тебя спасем. Поторопитесь. Чет такой наивный. Верит всему. А я пока поиграю. Детка, ты не знаешь, где твой брат? Не знаю. Чет, братишка, я дома. Соскучился? Я ужасно. Чет. О, да, только я своего брата ненавижу. Почему? Догадайся. Да, получай, вот так, ха-ха. Чет, сыграем в баскетбол. Подача. Вот как я играю в баскетбол. Что? Это был мой любимый мяч. Ну ладно. Чет, у меня есть билеты на матч. Идешь со мной? Ты и я, как в старые добрые времена. Билеты! Вау! Я знал, что тебе понравится. О, да! Упс! Порвались! Чет, познакомься, это Китти, девушка Джейка. Освободи место, пожалуйста. Китти, присаживайся, мы так рады знакомству. Я надеюсь, ты подружишься с моим братом. Только девушки Джейка мне не хватало. Как они меня бесят. Упс, тарелку разбил. Время пришло. Внимание, я хочу сказать... Нет, я хочу сказать кое-что. Упс, бокал разбился. Мы тебя слушаем. Так вот, я хотел сказать... Хотел сказать, что... Мама, твоя курица – это что-то бесподобное. Ничего вкуснее в жизни не ел. О, Чет, мой мальчик, кушай на здоровье. Это правда. Курица и правда очень вкусная. Ну вот, момент упущен. Китти, я покажу тебе семейный альбом. Мои мальчики с самого детства были не разлей вода, лучшие друзья.
Получай! Защищайся! Вот тебе! Ха-ха! Ай! На дружбу это не очень похоже. Зубы я почистил. О, у меня родилась коварная идея. Китти, ты готова? Они собираются на свидание. Нужно действовать. Нам пора. Чед, постойте. Мне плохо. Я ужасно болен. Ты простудился? Вот тебе аптечка, а мы пойдем. Температура поднялась. Ладно, давай посмотрим, что с тобой. Градусник. Я хочу пить. Горячий чай. Он невкусный. Мне скучно. Поиграем на приставке. Давай. Леденец от горла. Спасибо. Давай, Джейк, вперед. Фух, мне жарко. Они заснули. Свидание отменяется. Задача выполнена. Можно уходить. Сообщение от мамы. Милый, ты заболел? Я лечу домой. О, нет! Чед, родной, я здесь. Как ты? Все будет хорошо. Мама рядом. Я тебя быстро вылечу. Нет! Чудесный день для плавания в бассейне. Согласна. О, Джейк, у меня идея. Сфотографируй меня у воды. Конечно. Спасибо. Ну, как получилось? Сейчас посмотрю. Что? Откуда здесь взялся Чед? Чего тебе? Давай еще раз. А сейчас ничего не понимаю. На фото снова Чед. Фух, ну и жара. Как он это делает? Не шевелись, я снимаю. Что? Но это невозможно, я глаз с него не спускал. Ладно, Чед, сфотографируешь нас? Так и быть. Улыбочку. Готово. Спасибо. О, нет, теперь здесь два Чеда. Этого не может быть. Привет, вам посылка. Вау, наконец-то. Спасибо, мы так долго ее ждали. Что они задумали? Только тсс, Чед в комнате. У нас все получится. Ага, радуется посылке. Оставим это здесь. Зря вы не придумали место понадежнее. Я уничтожу вашу посылку. В пыль разотру. Упс, упала. Получай. Что еще придумать? Хочешь увидеть мой данк? Да, точно в корзину. Пожалуй, верну посылку на место. Джейка ждет сюрприз. Китти, ты готова? О, нет, посылка. Придется дарить так, как есть. Чед, это тебе от нас. Мне не стоило утруждаться. Братишка, тебя ждет сюрприз. Проделаю в матрасе пару дырок, долго он тебя не удержит. Удачи, братик. Осталось только подождать. Посмотрю, как смешно он испугается. Давай же. Ну. Наконец-то. Джейк, Джейк, где ты? Выныривай, умоляю. Ха-ха, попался. Китти, ты выйдешь за меня? Джейк, стой. Кольцо, это из-за тебя я не могу сделать предложение. У тебя ничего не выйдет. Я не хочу, чтобы вы поженились. Я тебя ненавижу.